Директивы Верховного Главнокомандующего, подписано Сталиным и Антоновым, номер 11095. Приказано Первый Белорусский фронт переформировать группу советских оккупационных войск Германии из 24 часов 10 июня маршала Жукова именовать главнокомандующий группой советских оккупационных войск Германии. Вот с этого здания началась история группы советских оккупационных войск Германии. И командный пункт иметь в районе Берлина. Вот здесь он и был, в районе Бабельсберга в течение 7 лет. Потом маршал Жуков выбрал другое место на месте танковой школы в Вюнсдорфе. Вот она, частица истории, многими забыта, но неотъемлемая часть нашего героического прошлого.
хотите сказать тост за передовой отряд Союза ветеранов группы войск Германии, собравшегося здесь, в Москве, как и положено, у Вечного Огня на Поклонной горе. За посла Российской Федерации в Германии, который 8 лет защищал с достоинством и честью интересы нашей любимой Родины на дальних рубежах. За генерал-полковников группы войск Германии, ставших или выросших крупных военачальников, руководителей военного движения, генерал-полковника Гриловского Ивана Ивановича, генерал-полковника Потапова Владимира Яковлевича, генерал-полковника Маева Сергея Александровича, за всех вас, украшавших своим талантом те должности, на которых вы выполняли важные и ответственные задачи. Вы не только оказались, скажем, потомками победителей, потому что действительно победителей уже мало осталось в живых, но вы довели отношения между Россией и Германией, между Советским Союзом, скажем так, и ГДР, и потом между Россией и Германией до такого состояния, когда все друг на друга, вот из войск, смотрят очень даже по-человечески. Я лично считаю, что это грандиозная победа. Конечно, все происходило по известным причинам, по катастрофальным причинам. Бывают такие люди, они появляются на белый свет в любой момент. Что ж поделаешь, из этого тоже надо делать определенные выводы. Но то, что вы смогли достичь в наших отношениях вот такой величины, с такой категорией людей, с такой группой людей, и это чувство распространить и у нас, и у них, это очень и очень большая ваша победа. Я вас с этой победой поздравляю сейчас именно, от всей души. За ваше здоровье. Спасибо. Дороги, дороги, армейской судьбе, дожди и туманы, холода и тревоги, наполнит солдат службу ГСРГ. Не может забыть жизни прошлой короны, но помнит солдат службу ГСВГ. Не может забыть жизни прошлой короны. Посидеть, поговорить о многом и под гитару спеть. Ах, как бы мне хотелось о жизни поболтать и о своих секретах по дружбе рассказать. Я знаю, не так просто найти себе друзей, которых нелегко узнать среди людей. Но если суждено мне полжизни, полстраны пройти, чтоб встретить друга, пойду на край земли. А жизнь прожить, не боли перейти, и только сердцу сладко от тревоги. С тобой, мой друг, пройду я все пути, а если надо, все дороги. А жизнь прожить не более велики, и только сердцу сладко от тревоги. С тобой, мой друг, пройду я все пути, а если надо,
все дороги. И в радости друг рядом, и рядом он в беде. Последнее, что есть, готов отдать тебе. И как бы ни судилось нам в жизни этой быть, но для друзей на свете, скажу я, стоит жить. Нет в жизни постоянства, нет ярких перемен, которые смогли бы дать что-то нам взамен. Взамен простого слова, без фальши и измен. Простого слова, друг, понятного не всем. А жизнь прожить, не поле перейти, и только сердцу сладко от тревоги. С тобой, мой друг, пройду я все пути, а если надо, все дороги. А жизнь прожить, не поле перейти, и только сердцу сладко от тревоги. С тобой, мой друг, пройду я все пути, а если надо, все дороги. С тобой, мой друг, пройду я все пути, а если надо, все дороги.